Хелен и Дилан устроили невероятную вечеринку с самыми трендовыми игрушками. Собрались все самые популярные ребята колледжа. Ой, ботанник тоже пришел со своим йо-йо из 90-х. Такая древность пугает гостей. Да это ходячий музей первобытных игрушек. Какой ужас! Ботан еще не вошел, а уже портит все веселье. Дилану аж неудобно. Может, если хорошенько потрясти этого лузера, то найдется хоть одна игрушка из этого столетия. Трясти ботана веселее, чем с ним тусить. Так Ник впервые и встретил девушку, от которой спирает грудь и мурашки по коже. Ботанша Руби. От ее оправы парень потерял дар речи. И знаете что? Это взаимно. Любовь – это вместе делать домашку по ботанике. Вырастить за неделю растения сложнее, чем кажется. У ребят пророс только небольшой росток. Дилан и Хелен смеются над ними. Ник завелся от насмешек. Сейчас наука поставит на место этих задир. Сделать такой кактус можно за 5 минут, а вырастить настоящее растение, способное на любовь и фотосинтез, намного сложнее. А эту ерунду можно сделать даже из старого носка. Ее даже поливать не нужно. Правда, носок стоило постирать, аромат просто ядовитый. Неужели ботаны уделали популярных? Не всегда все решают деньги, а иногда креатив и идейность. Только ребята сели за поделки, как пришло уведомление на планшет о начале спортивного стрима. Такое нельзя пропускать. Невероятные интриги в прямом эфире. Только взгляните на это напряжение у спортсменов. Трибуны ликуют. Опасный момент и... Да, спортсмен пошел на риск, и он оправдался. Ситуация сложная. Мир шахмат давно не видел таких баталий. Защиту Капабланки никто не ожидал. Это исторический матч. Рубиник совсем потеряли бдительность. Это грозит шуточками популярных ребят. О, да. Хелен и Дилан любят напакостить. Еще называют это пранками. Но как можно отвлечься от такого матча? Гроссмейстер пешка Джо сегодня на высоте. На 10-й минуте матча он одолел кубинского спортсмена. Вот это праздник! Фух, а теперь, наконец, можно спокойно продолжить заниматься поделками. Ну да, все спрятали Дилан и Хелен. Помогите этим бедолагам найти их инструменты, а то они уже во всем винят потусторонние силы. Напишите в комментариях, где им искать. Нашли? Спасибо, друзья, вы лучшие! Грустно смотреть, как весело на вечеринке, на которую тебя не пригласили. Еще бы. Ботаны тоже люди. Их нужно звать на вечеринки. У парня от злости аж в горле пересохло. У крана тоже пересохло. Он давно сломан. Ник еще больше зол. Отличный повод починить сантехнику. Но не так же, Ник. Ты чего? Минуточку. Эта труба так похожа на поп-туб, как у крутых ребят на вечеринке. Теперь такой есть и у нашей влюбленной пары ботанов. Разобраться с дивным миром фауны не так просто. Но смысл в том, чтобы делать это вместе. Точно так, как вместе Дилан и Хелен устраивают свои пранки. Сегодня они решили познакомить ботанов с пауком Биллом. Этот парень дружелюбный. У него аж 6 лап, которые можно пожимать при приветствии. А какие с ним обнимашки! Пранк провалился. Зная природу насекомых, бояться их не имеет смысла. А вот Дилану стоит полистать учебник, сразу как избавиться от заикания. Не такой уж он и крутой, этот Дилан. Руби и Ник решили заработать немного денег. Им же нужно покупать химические реактивы для своих опытов. Теперь они уборщики в местном кафе. Много великих ученых начинали с этого. На самом деле нет, но все же. Дилан и Хелен с этим не согласны. У них родители адвокаты и покупают своим детям самые модные игрушки. А их не обязательно покупать. Посмотрите, Руби может сама сделать крутую игрушку даже из моющей губки. Это несложно, и можно одновременно играть и работать. Кстати, так делает папа Дилана на заседании суда, играя в Brawl Stars. Руби может не адвокат, но проигрывать это дело не собирается. Какая крутая печенька! Ник гордится своей девушкой. Смотрите, богачи, у вас такой никогда не будет. Съели печеньку? Ой, вам, наверное, пора выпрашивать у родителей еще денег. А Ник и Руби могут насладиться своей победой. Попасть на закрытую вечеринку непросто. Ник решил выменять билеты на свои игрушки. В этой маскировке их никто не узнает. Пришлось папе сбрить усы и наклеить себе, а Руби подстригла своего пса ради бороды. Но ничего, все отрастет. Сейчас главное попасть внутрь, и у них получилось. Вот он какой мир богатых детей.
Ребята решили не привлекать к себе внимания, но с их костюмами это сложно. Дилан пытается показать фееричный номер с Хелен в мыльном пузыре. Но шоу идет не по плану, слишком мало мыльной воды. Ник и Руби решили спасти вечеринку. Может, хоть так их примет крутая тусовка? Они не только умные, но и гораздо на крутые изобретения. Обычные трубочки нужно нарезать, чем больше, тем лучше, и склеить между собой. В идеале, в прикольную форму. Креативность Шерлоков, как всегда, превосходит их самих. Немного мыльной воды, плюс поток воздуха из фена, и вечеринка спасена. Веселье снова заполнило комнату. Дилан заподозрил неладное в этом новом усатом пареньке. Ника раскусили. Плачет он, конечно, часто. Однажды даже затопил соседей. Хорошо, что рядом терпеливая девушка, чтобы утешить бедолагу молоком и стримом шахматной партии. Ой, это не тот стрим. У них новые крутые игрушки. Так еще больнее его трепетной душевной организации. Руби развеселит Флаксу любой ценой. Но платить ничего и не надо. Придется пожертвовать одним шариком, одним стаканчиком и 5 минутами драгоценного времени. Смотрите, какая крутая игрушка получилась. Ручной хомяк. Гладь сколько угодно и не бойся, что укусит. И Ник больше не рыдает. Руби заслужила на благодарность от парня. Не на такую, конечно. Нику срочно нужна новая игрушка. Но где такую взять? Вот незадача. Но как яблоко упало Ньютону на голову, так и Ник случайно наступил на старую резиновую игрушку, пищалку его собаки. Если заполнить ее маминым кремом, то мама точно не обрадуется. Но у парня появится супертрендовая игрушка. Заодно и очень нежная кожа на руках. Нужно срочно поделиться изобретением в интернете. Ох и растяпа наш юный инженер. На вечеринке крутых игрушек новый охранник. Это наш старый знакомый, Ник под прикрытием. Первый гость и строгий страж не пропускает его. У него есть такое право. Теперь у Руби и Ника есть флайер, и они могут попасть внутрь. Веселье несется. А Дилан дарит Хелен крутейший чокер. Наверняка он стоит кучу денег. Это нужно отметить коктейлями. Руби даже немного завидно. Ник ей дарил только эбонитовые палочки. Ах, а сейчас ей больше всего на свете хочется чокер от любимого. И Ник его сделает. В трубочке даже остались пузырьки от лимонада. Ох, они-то пощекочут шейку Руби. А сделать чокер не так уж и сложно. Ник прям настоящий рыцарь, а Руби его принцесса. Она аж пляшет от счастья. Как же ей повезло с таким парнем, наверное. Ее радость смущает окружающих. Дилан решил повысить градус веселья. Теперь это пижамная вечеринка. Уходим в отрыв. Вау, у Дилана есть хаги-ваги. Все в восторге. На этой вечеринке есть незваные гости – Руби и Ник. На этот раз они не с пустыми руками. Они принесли твистер. Может, хоть так их примет крутая тусовка. Игра обретает непредсказуемые повороты. Нику приходится обрезать немного пижамы Дилана. Вавилон пал. Но всем все равно весело, кроме Дилана. В его пижаме появилась вентиляция. Эй, не смейтесь! У Ника и Руби новый план на вечеринке крутых игрушек. Сперва нужно слегка подмочить репутацию богатого задиры. А когда он в истерике поднимет скандал, Руби примет весь удар на себя и сгладит углы. У нее ведь по геометрии 5. Тем временем Ник должен опустошить кресло-мешки. Хозяин вечеринки уже 2 раз выставлен в плохом свете. Это недопустимо. Ой, 3-й раз. Такого позора ему не пережить. Вас наверняка мучает вопрос, что там затеяли наши ботаны. Теперь у них наполнитель и есть кусок пижамы Дилана. Явно это очень хитрый план. Неспроста ведь у них маскировка и дипломаты. Кстати, что это за дипломаты? Может, новое изобретение Ника? Ну, почти, это хаги-ваги. Теперь Дилан не самый крутой на вечеринке, а вот и он. Сейчас он слишком озадачен поисками тех, кто испортил ему все веселье. Но сыщик из него никакой. Горячие следы привели его к капитану школьной футбольной команды. Дилан в ярости. Держи тачдаун. У богачей есть все, и они ни с кем не делятся. Невозможные жадины. Все такие голодные. А у них столько крутых вкусняшек. Но это все для Дилана и Хелен. Странно, что у них после такого вообще остались друзья. Какие крутые кулера для напитков. Наверное, они стоят немало денег.
Ник тут как тут. Ему нужны пустые упаковки от крутых вкусняшек. Но зачем? Это же просто мусор. Не все так однозначно. Этому мусору еще можно дать второй шанс. Вау! Ник делает кулер такой же, как у Хелен. Это не так уж и сложно. Так может сделать любой. Добавим сладкой воды со вкусом малины, и все готово. Получилось превосходно. Теперь и он отведает стаканчик богатства. Кстати, Дилана ждет сюрприз в ванной. Такое количество пасты он не ожидал. Дилан пытается вернуть свою репутацию новой крутой игрушкой. Хелен это впечатлило. О, вот и ботаны. Для них есть особенное приветствие у Задиры. Он до сих пор злится за испорченную вечеринку. Но у ботанов слишком большие линзы в очках, чтобы не заметить шары с водой на стуле. И они им понравились. Но это не понравилось Дилану. Руби и Ник делают очередную ботанскую поделку. Если в шариках будут блестки, то игрушка будет блестящей. Немного ловкости рук и терпения, и все получится. А чтобы было еще прикольней, нужно в другом шарике прорезать дырочки и засунуть в него первый. Вот так делают ребята. Теперь это модная игрушка, хотя изначально была дурацкая шутка. Дилан снова в ярости. Хулиганы не умеют проигрывать, а тем более не любят, когда над ними смеются. Ведь они стают менее интересные для окружающих. Дилан встречает гостей на очередной вечеринке. Ник притащил огромный подарок. Только поэтому его и впустили. Этот сюрприз заинтересовал всех гостей. Что же там такое? Может, там полный состав BTS? Нет, это же Руби. А чего тогда все радуются? Ее же все не любят. А, это просто было неожиданно, и она принесла игрушки. Значит, теперь она с Ником короли вечеринки. Еще 5 минут назад они были обычными ботанами. Всем нравятся новые короли. А как насчет посмотреть вместе шахматный турнир? Что? Ой, не то. Давайте посмотрим, где Руби и Ник проводят время этим летом. Хозяйка аквапарка Руби тут же заприметила богатого клиента и готова предложить ему VIP-сервис. Это ее шанс озолотиться. А твой шанс прямо сейчас поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Джим уже расслабляется и не скупится на щедрые чаевые. Компаньон Джима звонит ему по видеосвязи. Джим совсем забыл о важной конференции, катаясь по крутым водным горкам. И как же быть? Конференцию нельзя перенести. У Джима паника. Он в ужасе. А его компаньон начинает нервничать. Джим выкрутился и приносит свои извинения за задержку. Руби ему помогает. Упс, все пропало. Руби в панике убежала, а Джиму предстоит сейчас как-то объясниться. Он называет горки графиком роста прибыли. Неплохой ход. Супер, сделка совершена. Можно расслабиться и продолжить отдых. Стоп! Это же компаньон Джима, он тоже в аквапарке. Джим никак не поймет, как открыть шкафчик в раздевалке. Он зол и хочет уже уходить. У него совсем нет времени, и крем от загара закончился. Руби боится потерять такого клиента, поэтому дает ему свой. Так-то лучше. Постойте, это не крем для загара. Это ведь лак для волос. Джим не может сдвинуться с места. Ничего, для этого у Руби есть работники. Джиму даже двигаться не придется. Фух, Руби буквально зафиксировала клиента. Джим снова весь в важных деловых переговорах. На кону 8-значные цифры. Еще чуть-чуть, и он впадет в бассейн. Хорошо, что Руби оказалась рядом. Она соорудила баржу, и ничего не подозревающий Джим переплывает бассейн, стоя на ней, как на серфе. Руби снова спасла важного клиента. Джим вдоволь накупался в бассейне. Но он совсем забыл выложить все из карманов. И деньги, и смартфон, все намокло. Ничего, летнее солнце все высушит за считанные минуты. Ему снова пора бежать. Несколько часов спустя...
Джим наслаждается отдыхом и совсем забыл о мокрых банкнотах, которые уже стали частью Джима. Руби тоже хочет подружиться с зелеными банкнотами. Она под видом массажа отдирает купюры со спины ничего не подозревающего клиента. Джим снова отрывается на безумных водных горках. Выходит из воды, как Посейдон. Ой, плитка очень горячая, а у Джима чувствительные ступни. Он зовет Руби и просит любой ценой срочно решить проблему. Она не придумывает ничего лучше, чем выложить дорожку из денег. Такой бульвар Джиму нравится. Гордой поступью он шагает по 100-долларовым купюрам, которые с болью в сердце выкладывает алчная Руби прямо под ноги VIP-клиента. А теперь бы их собрать, но все сдуло ветром. Даже в самый разгар летнего отдыха Джим не перестает работать. Он просит Руби сделать что-то с солнцем, чтобы быстрее загореть. Конечно, у Руби на телефоне специальное приложение. Она легко увеличивает яркость большой звезды для Джима. Этот парень и работает, и загорает. Замечательно! Вот только след от галстука остался. Можно сказать, что это сейчас так модно – деловой загар. Джим собрался на горку, но Руби его не пускает. Слишком много золотых украшений. С ними нельзя по технике безопасности. Придется все отдать Руби. Из украшений Джима можно собрать пиратский сундук с сокровищами. Он поехал налегке на горке. А Руби бежит по ступенькам со всей этой драгоценной тяжестью. Джиму очень весело. А у Руби одышка. Директором аквапарка быть не так весело, как миллионером. Джим спустился, и все его драгоценности ожидают его уже возле бассейна. Он даже ничего не оставил на чай Руби. Джим снова решил отдохнуть у бассейна. Ему важно, чтобы его золотые украшения играли на солнце. Для этого нужен правильный угол. Он нашел его, расслабился и уснул. А его золотые цепи расплавились под палящим солнцем. Теперь их только выкинуть. Или переплавить на что-нибудь женственное. Веселье тоже может утомлять. И нужен отдых. Джим никому не доверяет свой чемодан с деньгами. И он даже успел проголодаться. Руби уже спешит к важному клиенту, которому нужен обед на высшем уровне. Но что ей делать? Кафе закрыто. Придется снова импровизировать. И что приготовить, чтобы VIP-клиент остался доволен? Упс, чуть не случилась трагедия. Вдруг Джим не любит яйца? А он уснул, и ответа Руби не узнать? Вариантов нет, яйца значит яйца. Но где их пожарить? Оу, золотой чемодан Джима так нагрелся на солнце, что хоть яйца жарь. Клиент проснулся, а обед уже подано. Джим доволен и готов хорошо заплатить. Но что с его чемоданом? А это не важно. Джим решил понаблюдать за рыбками в маске. Но бассейн совсем пуст. Как же так? В аквапарке рыбки запрещены. Это строгое правило. Но Джима не интересуют правила. Он хочет смотреть на рыбок. Руби придется что-то придумать. О, то, что надо. Вот и рыбки. Джим доволен. Руби довольна. Но голова, правда, болит. Но это не важно. Джим заплыл на большую глубину и тонет. Ему срочно нужна помощь. Руби в панике, а спасатель в отпуске.
Придется самой вытащить VIP-клиентов. Но первым делом алчная Руби спасает золотой чемодан. Потом уже и золотые украшения. А самого Джима она так и не нашла. За такое аквапарк могут закрыть. Постойте, а что в чемодане? Не может быть! Там сам Джим цел и невредим. Самая большая и самая опасная горка в аквапарке. Джим ее боится. Но Руби подбадривает. Ведь это всего лишь горка, и тут нечего бояться. Джим ужасно боится высоты, и с каждой ступенькой ему становится все страшнее. Он готов уже сдаться, но Руби не дает ему это сделать. И вот они уже вместе несутся на сумасшедшей скорости на невероятной высоте. Руби весело, а Джим трясется от ужаса. Джим возмущен, почему Руби не показала ему горку с деньгами вместо воды. Потому что эта горка еще не построена. Ждать еще 10 лет и ничего не поделать. Джим готов инвестировать в скорость постройки. Но это все равно невозможно. Или Руби снова выкрутится? Конечно! Виртуальная горка – новый аттракцион. Полное погружение клиента в удивительную атмосферу виртуального экстрима. Руби принесла Джиму срочное заказное письмо. Видимо, там что-то очень важное. Не может быть! Джим банкрот. Все его счета аннулированы. Самое время расплатиться за отдых в аквапарке. У Руби найдется работа для такого, как Джим. Он очень много ей должен, поэтому сразу на десяток должностей. Это новый этап в карьере. Ребята, нам очень нравятся ваши комментарии. Они приносят нам много новых идей для новых крутых видео. А за ваши лайки мы готовы вас расцеловать. Мы любим вас. Трум-трум-трик.